Привет, ребятишки, сегодня новый день, я иду, я несу бумаги, налоговую, там надо занести бумажки, отчетность за прошлый месяц, в общем, такое вот. Поднимаюсь, сейчас на часах 10, я не знаю, 9 чем-то, хрен знает, хочу без очереди как бы пронести документики, чтобы потом вырик сейчас зайти домой похавать, потом уже щелкнуть на одну работу. Вообще такое вот. Встретимся, ну короче, буду идти, засниму что-то еще интересное. Давайте. Вот я подхожу к налоговой. Ребятки, я сдал отчетность свою, мне дали такой талончик, там номер по очереди какой я, в общем, 25-й был, но я пришел, только 20-ка была, ну там быром, все сделали, короче, сейчас буду идти домой, похаваю и к себе, потом можно прям проскочить, все будет четенько, завтра... На днях, короче, буду в деревне, и, короче, ну, я хочу, там надо помочь, что с землей такое будет. Вместе с этим видосиком, короче, я налеплю, и оно будет все вместе. Такой вот насыщенный будет ложик. Ладно, пошел я. Так, если здесь будет мой любимый шоколад, я его съем.
ребятишки, я сейчас нахожусь в селе. Дорогу я вам чуть-чуть показал, блин. Там неудобно было телефончик высовывать из окошка, блин. Там, блин, трасса такая жесть. Ветерок был, капец. Думал, сейчас снесет хера мобильный. Вот мне надо эту землю перевести в сарайчик. Там надо сравнять пол, и тогда надо земля, короче. И вот я занимаюсь сельскохозяйственными работами. Такой вот. А что тут делать еще в селе? Хрен его знает. Давайте, до встречи. Вот мой хоздворик. Уточки такие. Если видно. Вот видите, земля. Ее надо привезти вот сюда. Неймар побежал, Неймар. Вот, и сравнять, чтобы земелька была вот на уровне с этой, с этим порогом, так сказать, поняли? И надо еще возить и возить. Потом это все закроем крышей. Тут такой будет зимний хоздвор для курей. Петушки, цыплята. Курицы всякие. Вот это свалка досок. Для зимы наготовлены трава, так сказать. Такое вот. Привет, друзья. У нас будет маленький обзорчик моего двора. Смотрим. Bye.
Ладно, ребятишки, буду заканчивать на этом свой видосик. Надеюсь, он был интересен, более-менее. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи и пока. Лучшие.